Всем привет! Сегодня мы сезончик закончили за Ханска. Швейцарский чемпионат. 4-й дивизион. 26 матчей прошло. Мы закончили на 8-м месте. Состава там вообще никакого не было. Я не знаю, как я вообще... Она была в зоне вылета, эта команда. Я ее затащил хотя бы до 8-го места. Было много, но там ни вратарей, ничего не было. И мы-то были только эти. Полупрофессионалы. Нормально не можем сделать этот. Как его? Дать... Контракт, денег нет у Кубы. Это жопа. Итоговый баланс 5425 фунтов. Это жопа. Доход. Так. Доходы. Долгов, слава богу, нет. Спонсор один. На один год 14 тысяч. Что это за спонсор-то? Ладно. Статистика команды за сезон. Погала мы на 8-м месте. Так. Очки за игру 1.5. Мы на 8-м месте. Голы. Погала мы вообще не попали. По ударам мы на 7-м месте. 322. Ударов по сопернику. Тоже не попадаем. Точные пасы 83%. И вот это хотя бы на 4-м есть хоть что-то. Среднее владение мячом 52%. 6. Выиграно отборов. Мы даже здесь не попали. Обводки нет у нас. Сухие матчи нету. Пропущенных голов нету. Ладно, идем дальше. Статистика турнирная. Голы нету. Лучший ассистент нету. Удары есть на 4-м месте. Такой Бабакарева. Санех. Какой-то цвет. Он сделал 51 удар. Так, игрок матча мы тоже не попали. Ключевые перед. 0. Заточность пасов. 90%. На первом месте Каспер Хайр. А на втором Джакоб Хаты. Это первый, второй заняли. Удивительно. Вот что-то смогли взять. Выиграно отборов. Мы заняли 5 место. 56. Выиграно отборов. Ауман Ахмед. Обводки. В водках мы не участвовали. И мать. Пропущен голов мы на втором месте. 14 голов. Офиг. Первое заняли. И вот это вред. Опа. Так. По трансферам идем. История трансферов. Вот он. Один сделали. Один, и то бесплатно. Это вот такой Мали Боргстром. Такой чувак.
Надеемся, он в следующем сезоне нас поможет. Этот сезон с одиннадцатого турнира начал. Так. Составчик. Так, 26 игр. 26 игр, 8 голов, 4 голевые передачи. Ну, это неплохо, да. Хаузберг. 26 игр, 7 голов, 7 голевых. Алман Ахмед. 25 игр, 3 гола, 5 голевых передач. Фабиакан Цехен. 25 игр, 8 голов, 3 голевые передачи. Маркус Транс. 20 игр, 1 игра на замену, гол даже оформил. Удивительно. Мат Адель. 15 игр, 8 заменок, 3 гола, 2 голевые передачи. Юсар Оуни. 15 игр. Симон Россе. 15 игр. Лютрим Маколин. 15 игр. 8 голов. 9 голевых передач. Ну это все наш. Это еще матч. Сезон весь. На чем и стояла игра. Адам Сундер. 14 игр, 6 раз на замену выходил, 1 голевая передачка. Каспер Кормо, 13 игр, 2 гола, 1 голевая передачка. Джакеб Кюск, 13 игр, 3 раза на замену выходил, 3 гола, 1 голевая передачка. Давид Вальден. 12 игр, 2 раза на замену выходил, 2 гола, 1 голевая передача. Кенан. 11 игр, 2 раза на замену. Алекс Фишер. 10 игр, 4 раза на замену выходил, 1 гол. Эрик Хакансон. 10 игр, 3 раза на замену выходил, гол, голевая передача. Ротарь. Кэл Грасов. 9 игр, 2 раза на замену выходил. 6-40. Слабовато. Виктор Брозин. 5 игр, 4 раза на замену. Садин Моши. 2 раза в основе, сыграл 9 раз на замену. Сайбул Конта. 2 раза в основе, 9 раз на замену, 1 голевая передачка. Кевин Бинни, старт, 2 игры в основе. Фламин Чанин, 1 в основе, 13 раз на замену. Айбе Карбуша, 6 раз на замену. Теперь, кто у нас самый потенциально по трансферам? От 2 до 4 миллионов. Каспер Кармо. От 1500 до 2500. Колли. 1000 до 9000. Тим Хаусберг. От 0 до 3000. Кейн Бинус. И последний. От 0 до 1500. Альбо Карбуш. Это тот самый продаваемый мне какие-то. В четвертом дивизии. А в будущем, может, что-то когда-нибудь продадим их. Кто-то придет за ним. Две травмы в сезоне было. Так мы заканчиваем. Конечно, лайки. Чтобы видео дальше продвижалось. Комментарии, что вам понравилось. Всем спасибо. Всем пока. Пока что регенов нет, но в ближайшее время мы читаем. Всем спасибо, всем пока.